Славянские ребята каникулы проводят не только весело и интересно, но и с пользой для физического развития. Летом в школах работают лагеря дневного пребывания. В программе каждого дня игры, развивающие занятия, экскурсии, а с этого года еще и спортивные занятия. В рамках федерального проекта «Самбо в школу» для ребят проводятся спортивные тренировки по этому виду спорта, цель которых – знакомство школьников с самбо и, конечно же, физическое развитие ребенка, укрепление его организма. Ручки разводим в стороны максимально, да? Подбородочек прижимаем и пристаем и катимся. Понятно? Да. Давайте по одному сейчас попробуем выполнить это упражнение. Стойте, по одному я говорю. По одному. Да. Молодец. Подбородочек сильно вжимаете в грудь, тогда вы головой не стукнетесь. Прошу. Мастер-класс по самбо ребятам, посещающим площадку при 16-й школе, провел тренер детско-юношеской спортивной школы имени Владимира Симоненко Виталий Данник. Он рассказал об этом виде спорта, а также с помощью своих учеников провел для них тренировку. Ребята с интересом и старанием выполняли все упражнения. Благодаря такому мастер-классу, может быть, некоторые школьники решат заняться самбо профессионально и отправиться в спортивную школу. В любом случае, урок не прошел зря. Ребята получили новые навыки и с пользой провели время.